Я думаю, что вы все помните Кристофера. Он тоже из Конго. О нем мы снимали сюжет зимой. Прошел почти год. Парень полностью освоился. И сегодня будет мне помогать общаться с новенькой Дини. Между собой ребята общаются преимущественно на французском. Крис рассказывает, они с Дини не разлей вода. И говорит, их можно сравнить с попугаями-неразлучниками или с сиамскими близнецами. Дини на французском, опережая вопросы, отвечает, нет, ей не холодно. Борщ и пельмени невкусные. Да, внимания к ней много. Бывает, прохожие садят к ребятам на руки детей и делают фото. Ребята, вы крутые вообще, спасибо. Они понимают же меня? Обычно абаканцы щелкают ребят и селфятся с ними без спроса и предупреждения. К слову, Дини объектива не боится. Наоборот, любит. Я подумала, Тайра Бэнкс. Девушка охотно показывает свои модельные работы. Фотосессий и конкурсов красоты в ее жизни было много. Но учиться интересно не меньше. Дини говорит, в университете ей комфортно. Только русский уж очень сложный. Я буду обедать. Да? Нет. Спать тоже. Да. Но в общежитии спать не даст Крис. Заставляет учиться и повторять карточки, глаголы и существительные. Улица. Ага, улица. Свободное время Дини проводит, как и любая студентка. Любит краситься и делает это не хуже визажиста. Научилась на показах. А еще плести афрокосы и наряжаться. Из Конго Дини привезла несколько чемоданов платьев. Чаще всего студентка гуляет в городских парках или тренируется в фитнес-зале. Даяна Эвельсон, Василий Самоделкин, Нота Бена.